Самое приятное. Это возвращаться после рабочего дня к своим чудам. Господи, мои собаки. Иди, все. Все, главное не уснуть с вами на диване, как всегда, да? Смотрите, какая. Перестаешь чесать, я она сразу к тебе идет. Смотрите, какой красивый собак у меня. Так, мой план на вечер, точнее уже ночь. Разобрать все вещи, поставить цветы, букетов несколько, вазы, посмотреть влог, который выйдет в четверг, умыться и собраться на завтра. И желательно, конечно, еще успеть поспать перед завтрашним днем. Все, я пошла. Всех люблю. Посмотрите, какой у меня клевый халатик. Сейчас покажу. Смотрите. Красиво, да? Сейчас буду смывать макияж и, надеюсь, скоро лягу. Ну что это за чудо у меня? Моих два чуда. Тёся, тебе лишь бы что-то поесть, неважно что. Так, мы не играем, мы идем спать.